Легкий мороз забавам не помеха, особенно когда есть где развернуться. Теперь в деревне Дроздово родители могут не переживать за своих чад, играющих на детской площадке. Была детская площадка, которая на тот момент была лет 10, которая уже была в таком состоянии, в котором невозможно было кататься. Разговаривали долго, обсуждали, что здесь можно было построить, какие горки они хотят, какие, ну, что хотят построить. И они, свои жители, вложили свои собственные деньги. Деньги вложил Ленинский городской округ и также Московская область. Из-за этих счет построена такая прекрасная детская площадка. О том, что здесь было раньше, можно судить по этим кадрам. В конце лета депутат Мособлдумы Владимир Жук встречался с местными жителями и обещал помочь со строительством площадки. Согласовали проект в целом, как планируемо. Надо небольшая, но как популярностью пользуется. Здесь деревня, ну, она, конечно, очень нужна. Тут... Дети, наверное, есть тут? Тут, естественно, много деток. А в летнее время родные, особенно. Да. На каникулы детки приезжают. Площадка появилась благодаря программе инициативного бюджетирования, когда в финансировании и общей реализации проекта принимают участие и региональное правительство, и муниципальные власти, и местные жители. Все устраивает. Ну, сейчас вот то, что говорили весной, еще поставят карусельки или качельки. А так, в принципе, все хорошо. Все устраивает. Ну, главное, то, что покрытие поменяли. Раньше была тут полземля, полутрава, как бы не особо все грязь. Это зимой было, ну, и весной, и летом. А сейчас будет получше, я думаю. Как известно, совершенству нет предела, а потому решено, что по весне на площадке действительно появятся новые элементы, какие именно также обсудят на встрече с гражданами. Жители вышли с инициативой, что вот на данном, ну, скажем так, небольшом земельном участке необходима детская площадка. Мы абсолютно за, поддерживаем, житель всегда прав. Вот, и реализовали данный проект. Может быть, еще какой-то элементик надо добавить, вот, для таких вот малышей. Но уже договорились, по весне добавят сюда небольшую качельку. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.